друзья, мы вчера покинули Ленинградскую область гостеприимную, Вепский лес. В общем, мне она лично запомнилась вот такими вот слепнями, комарами и утренними мошками. Все просто покусанные. Переехали в Карелию. Здесь, ну, их может быть чуть-чуть поменьше. Но что самое интересное, изменилась погода. Вечером мы даже одели такие, ну, более-менее тепленькие кофты, потому что такой ветер прохладный был, да. Ну и природа другая. Посмотрите, какая красота, какой живой цветущий лес кругом. И вот здесь, вот там, где два желтых человечка, сейчас поедут участники. Следы. Свежие следы. Видимо, уставший лось. А вообще, вчера видели медведицу с медвежатами. А ребята, ну не знаю, кто больше испугался, медведицы или ребята, короче, разбежались в разные стороны. Видели оленей, каких-то косуль. Я не знаю, где они это все видят. Сколько лет брожу по лесам и никогда ничего, кроме зайцев, лисичек, ну и пару раз волка видел. Есть у него, есть азарт, но он на маршрутке остался.
Веревка, 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 на ту сторону, Дима. Пусть тормознет. Стой! Отойди, старый, а? Вот так едет польский прототип. Ну, вы все видели за рулем Марчин Лукашевский. Помните, много лет назад он приезжал с Магдаленой Доханик, да? Они в последний день Ладоги пролюбили победу в группе Прота. У них обломилась то, что там рулевая тяга, по-моему. Эти слезы магдаленовские помнят, наверное, все. Вот сейчас он едет с нашим штурманом. Блин, забыл фамилию. Ну, неважно.
Швеции. У вас там точка, да? Да. Ну как вам? Ладога. Сложно, но интересно. Давайте, удачи. Мы с Кавказа. Наши горы нам тут подъемом не удивили. Ну да. А вот болото. Как бы. Но мы уже поняли, как понедельник. Я на «Жигулях» так ездил. Один раз и недолго.